Турции два крымско-татарских композитора выпустили музыкальный альбом «Крым Шаркулары» «Crimean Songs». Метин Батура и Мемед Джафаров работали над ним 2 года. Музыканты старались, не нарушив оригинального крымско-татарского звучания, создать новую форму. Главная цель, говорят создатели, защитить музыку, искусство крымских татар. Вырученные от продажи альбома деньги творцы отдадут на образование детей в Крыму. В будущих планах Батура и Джафарова – гала-туры по регионам, где действуют крымско-татарские союзы.